Это какое-то кладбище? Там кто-то есть. Не смотри! Прошу прощения. Назад, Сэнши! Эти существа не люди, это цветы дриад. Тогда что это за жидкость? Это была не жидкость. Крошечные частицы попали в тело при дыхании и прилипли к слизистой оболочке. Тело посчитало эти частички вредоносными и активировало иммунную систему, чтобы вывести их из организма. Проще говоря, началась аллергия. Фу, гадость какая! Ай, больно! Это из-за пыльцы дриад. Плохо. Не вдыхайте ее! Вот черт! Не могу перестать плакать! Вставай! Собери, Сэнши! Лайас! Кенске! Кенске! Глаза слезятся! Сэнши, вытяни руку! На счет три! Ударь у себя за спиной! Раз... Два... Три! Блин, теперь глаза еще и чешутся! Не вижу! Убегай, Сэнши! Нет! Мой священный долг — защитить молодежь! Да ты о чем вообще? Челчак! Будь моими глазами! Не могу, я ни черта не вижу! У тебя же обостренные чувства, да? Обоняние? Нет. Запах пыльцы перебивает все остальное. Слух! Сэнши слишком громко чихает! Я не могу полагаться на зрение, обоняние и слух. Ветер! Она уклонилась от чиха и ушла правее! Бей мечом туда, Сэнши! Кенске! Посох сломан пополам. Если его не починить и не наполнить магией, он завянет. А я ведь несколько лет его выращивала. Там абсолютно безопасно! Не ври!